ни русское, ни армянское. Петросян и Брухунова выбрали неожиданное имя для дочери. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова несколько дней назад объявили о рождении дочери. Счастливая пара выложила в соцсети фотографию, на которой спрятано лицо малышки. Имя, как и внешность девочки, супруги решили скрывать. Согласно неподтвержденным данным, младшую наследницу юмориста зовут Матильда. Пользователи предположили, что необычное имя придумали не на ровном месте. Известно, что Брухунова обожает ходить в театр. Вполне возможно, что ее вдохновила опера Иоланта Петра Чайковского, в которой есть строки «Кто может сравниться с Матильдой моей?». Имя имеет немецкое происхождение и обозначает власть, сила, могущество. Отличный вариант для тех, кто хочет, чтобы дочь выросла железной леди. А вы что думаете?